К другим темам выпуска. Лес в деревне Ежевской в Вельском районе превратился в мусорный полигон. Раньше опушка и озеро были любимым местом отдыха, а теперь туда страшно зайти. Среди мусорных гор лежат трупы животных. Жители возмущены, куда смотрит местная администрация и почему сами отдыхающие не убирают за собой. Юлия Майданова продолжит. Умиляющая картина. Семья с ребенком отдыхает у озера, но сами отдыхающие портят чудесный пейзаж. Тут же швыряют мусор. Оп, все. Ну и туда эта бумажка. Зачем утруждаться? Пластиковую посуду, пакеты, кучу оберток можно кинуть в траву. А пивные бутылки швырнуть в воду, там не видно. Раньше эта лесная опушка была достопримечательностью деревни Ежевской. Теперь превратилась в мусорный полигон. Везде памперсы, памперс-пакет целый, прямо выбросили вот в кусты. Сами родители, мы растим свое поколение, и к чему мы его приводим? Конечно, каждый мне говорит: Людмила, ты куда суешься? Зачем тебе это надо? Я говорю, если не мы, то кто? Деревенские добровольцы регулярно выходят на субботники, но после первых же выходных все старания волонтеров сводятся к нулю. В некогда любимый лес теперь страшно заходить. Мы с ребенком гуляем каждый день здесь, по лесу, по поляне, около озера, на озере. Кормим уток постоянно, уток тут и убивают, и что только не делают. С каждым днем состояние леса ухудшается вообще полностью. То убивают кого-то, собаки, звери лежат никому не нужные, приехали бы убрали. Уже с детьми запахи вот эти все, как бы дети это видят, то что мухи на них все сидят. Жители деревни Ежевской возмущены, почему уборкой леса занимаются только волонтеры, хотя это работа местной администрации. Активисты требуют установить здесь контейнеры и наладить вывоз мусора. А отдыхающим поясняют, сложить все в пакет и вывести нет ничего сложного. Неужели приятно отдыхать среди мусорных гор? Есть одно неписанное правило – уходя, оглянись. И сам для себя ответь на простой вопрос – а захочешь ли ты вернуться сюда еще раз? Юлия Майданова, Анатолий Квасков, Новости 24, Архангельск.